Привет, мои дорогие и любимые зрители! В этом видеоролике с вами поговорим о ДНК и о том, что оказывается у нас был принят закон, согласно которого эту ДНК будут отбирать. И в этом видеоролике я постараюсь рассказать о том, зачем это принято и кому, так скажем так, повезет, либо не повезет, есть ли добровольная, может, какая-то возможность сдать ДНК, сдать, скажем так, свой геном для того, чтобы он находился в базе у нашего государства, для того, чтобы в дальнейшем, скажем так, в очередной раз нам, естественно, помочь. Но прежде чем начать мое повествование, дорогие друзья, хочу вас пригласить ко мне на мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале я делюсь всеми моими видеороликами, а также там много другой полезной информации. Ссылочка на телеграм, как всегда, будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду вам за это очень благодарен. Так что это за такой там закон? И какая вообще на сегодняшний день судьба данного закона или законопроекта? Откуда вообще он взялся? Он взялся еще аж в далеком 2020 году. Проект закона про державну реєстрацію геномної інформації людини 4265 від 26.10.2020 року. Ініціатори Бакумов, Медяник, Михайлюк, Манько, Павлюк. І як ви бачите, якщо подивитися, 09.07.22 закон прийнято, і вже 11.07 з підписом голови Верховної Ради передано на підпис президента. Так що будемо чекати підпис нашого президента. Ну что, друзья, как вы относитесь к тому, чтобы поделиться своим ДНК с нашим государством? Чтобы, скажем так, если возникнет какая-то необходимость, государство могло идентифицировать вас, либо, скажем так, ваших там родственников, кто кому, в каком колене, в каком поколении родственник. Так что давайте все-таки прочитаем, наверное, пояснительную записку до законопроекта и посмотрим, что там написано, зачем они вообще хотят это сделать. Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що найбільш ефективну методику молекулярно-генетичного дослідження забезпечується в поєднанні з веденням автоматизованої бази даних ДНК. Без зазначеної бази молекулярно-генетичної експертизи є лише сліпим інструментом, що дає змогу порівняти між собою ДНК-профілі слідів, залишених на місці події, з ДНК-профілями встановлених осіб, зразки яких було надано для експертизи. Далі йде тут посилання на закон України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від насильства. Як ви бачите, дорогі друзі, це те, требования европейского мира, требования Европы. Как говорится, за нас уже с вами выбор сделали. Мы в любом случае с вами должны идти и двигаться в Европу. И хочу заметить, что как бы кто ни говорил, что бы там ни думал, этот выбор за нас сделал ни Зеленский, ни Байден, ни Евросоюз, ни какие-то там непонятные вот эти вот масоны и иллюминаты. Этот выбор за нас сделал Путин и русские свиньи, когда напали на наше суверенное государство. И поэтому у нас сейчас стоит выбор или уничтожение, или идти по европейским ценностям, по европейской интеграции. Хочу подчеркнуть, дорогие друзья, что будет возможность для каждого гражданина, для каждого человека, и не только, кстати, гражданина, а и людей без гражданства, иностранных граждан, которые у нас на законных основаниях проживают на территории Украины, зарегистрировать свое ДНК и внести его в общую базу. Давайте чуть-чуть зачитаю текст. Стаття 6. Добровільна державна реєстрація геномної інформації. Право на добровільну державну реєстрацію геномної інформації мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Добровільна державна реєстрація геномної інформації проводиться на підставі письмової заяви особи про відбір у неї біологічного матеріалу, проведення молекулярно-генетичних досліджень та внесення геномної інформації до бази даних. Тобто, як ви бачите, ви можете добровольно, как я уже говорил, обратиться с заявлением и внести информацию о себе в эту общую базу. Добровольно державная регистрация геномной информации неповнолетних особ проводится на подставе письмовой заявы их законных представителей. Отримання биологического материала в неповнолетних осіб здійснюється в присутствии их законных представителей. Так что, как вы видите, и даже у несовершеннолетних могут, скажем так, брать вот эти образцы. Только единственное, что в присутствии этой
имеется в виду их там родителей, каких-то опекунов, попечителей. Ну, про добровольное, я думаю, вы поняли. Все, конечно, вы скажете, да пошли они там куда подальше, как вы обычно пишете в этих комментариях к видеоролику. Но есть же и, скажем так, принудительное, есть же обязательное. Для кого это вообще? Ну, кто эти люди, которых в обязательном порядке, без их согласия, будут собирать эту информацию? Обов'язкова державна реєстрація геномної інформації підлягає: перше, осіб, яких повідомили про підозру у вчиненні умисних, тяжких або особливо тяжких злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканності особи та до яких застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. То есть, если наше государство кого-то подозревает, уже вынесли, скажем так, подозрение человеку, то уже можно будет собирать с него эту информацию. Без его, хочу заметить, согласия. Но обязательно, что он должен быть под стражу помещен, это является условием. Особи, які вчинили злочини проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканності особи, до яких за рішенням суду застосований примусовий захист медичного характеру. Є такі люди, які нездорові, які совершають преступления, і дійсно вони всі стоять там на учеті, і, відповідно, у них теж будуть відбирати цю інформацію. Особи засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканності особи. Також ті лица, які осуждені, ті лица, які совершили преступления. Також, згідно 4 пункту, під час слідчих дій може вилучатися. 5. Невпізнані трупи людей. 6. Осіб зниклих безвісті, які за рішенням суду можуть бути встановлені шляхом проведення молекулярно-генетичної експертизи. Так що ви поняли, дорогі друзі, поки всім, чесно хочу сказати, можна видихнути в цьому вопросі. Це касається преступників. Понятно, що совершаються преступления, дуже нехороші преступления, ужасні, я би сказав, проти свободи, проти половой свободы, прежде всего, людей. И, естественно, этих всех преступников, зачастую это больные люди, зачастую это негодяи конченые, их надо как-то выявлять. То есть для этого и создается данная база. Она создается для того, чтобы, если где-то остаются их какие-то следы биологические, то, соответственно, чтобы их можно было найти, идентифицировать, ввели, скажем так, они какие-то там смывы делают. И, соответственно, выяснили, что это такое-то, такое-то, если есть это в базе данных. Повторюсь, это, скажем так, и в Европе такая практика есть, и во всем цивилизованном мире. Стаття 17. Строк зберігання, вилучення та знищення геномної інформації. І тут йде мова про те, що до 50 років воно повинно зберігатися. Як ви бачите, це робиться для того, щоб розкривати преступления. Ужасные преступления. Для чего принимаются такие законы? Я уверен, что найдутся люди, которые обязательно напишут в комментариях, что это общий заговор, что обязательно это все собирается. Вначале это добровольно, а завтра это будет принудительно. Со всех с нас соберут, создадут общую базу для того, чтобы нас всех лучше контролировать. Поэтому я жду обязательно такой комментарий. Я уверен, он будет не один и напишут: ты не понимаешь, ты не знаешь, ты не понимаешь, насколько все это серьезно. И вообще, ну, поверь мне, не стоит расслабляться, потому что сейчас там всякие преступники, негодяи, а завтра там будут студенты, юристы, преподаватели, продавцы картошки и запчастей на базаре. То, друзья, смотрел, кстати, мой вчерашний видеоролик по поводу Дии, по поводу того, что я не мог получить информацию по недвижимости. В общем, получилось взять этот вытяг, эту информационную справку, и того на этот квест я потратил 3 дня. Так что, как вы видите, дорогие друзья, все это хорошо закончилось, и спустя 3 дня и достаточно большое количество поездок я смог пройти это испытание и получить информацию по недвижимости на человека. На этом, друзья, закончим мое повествование. Если оно вам понравилось, палец вверх поставьте, на канал не забудьте подписаться. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч!